Опа, это что так нашел, прикиньте, вспомнил. Всем здорово, чижики. Продолжаем приключения от нуба до про симуляторе пчеловода. У нас росточек тут, но смотрите, как я уже качнулся. Кстати, в том магазине все купил. Это вот у меня то, что есть. Я прянички, кстати, случайно скормил. И нам нужно, ребят, 10 пчел, чтобы попасть в новый магазин. Потому что я качаюсь очень долго, уже бегаю по 15 тысяч, вот эти все сдаю. И нам нужны пчелки, конечно же. Одно яичко у меня выпало. Давайте его откроем, пчелку нашу. И рарная, окей. Пчелка, в принципе, неплохая. Так, зима. Пойдем, пойдем, пособираем. Кстати, кто-то активировал. Сейчас у нас пойдет люто снег. Сейчас будет куча снега. Так, окей, сейчас собираем. Снег, в принципе, нужен. Он бустит. Пишите в комментариях. Я снимаю сразу же второй видосик. Вот такие штучки я скормил случайно все одной пчелки. И что-то ничего не увеличилось. Она просто стала какая-то то ли счастливая, то ли чего. И у нас 14 желешек. Это из-за ростков. Так, давай покупаем. Раз, два, три и четыре. Ну, давай. 5 еще купим, 5, да, получается. И давай еще одну купим, 6. 6, да, 6 хватит. Получается, у нас будет куча сейчас с вами, 6. И мы, если что, применим где-то по 2 просто с вами. Я надеюсь, нам выпадет какая-нибудь легендарка, либо мистическая, либо эпическая. Окей, у нас есть 6 яичек, давай я так вот, раз. Коммуновская, окей. Так, 2, рарная. Тоже неплохо, давай вот сюда ее оденем. 5 басики. Я не знаю, почему у меня только одни реально басики падают. Еще один басик. Муноска. Все, всех, в принципе, уже определили. Так, 14 у меня получается желешек. Давай кинем на вот эту в любом случае. О, так, Рейд Эпик, отлично. Оставляем. Вот сюда давай кинем, посмотрим, что будет. Рарная, давай еще раз поменяем. Ред, неплохо. Рарная, рарная. Опа, это что такое? Так, рарная, но... А, это у нас так вторая. Что за пчелка, я не понимаю. Ну, какая-то, походу, крутая. Мы ее, конечно же, оставляем. Так, вот сюда кидаем. Рарная, давай еще раз применяем. Рарная, еще раз применяем. Давай, такое у нас нету рарной. Пока оставляем так. Потом, если что, будем все менять, соответственно, пытаться выбивать леги какие-то. Давай здесь попробуем выбить. Так, такое у нас тоже нет. И давай на злую пчелку все-таки еще применим, я думаю. Так, рарная. Эпик, блю, давай тоже поменяем. Так. В принципе, наверное, эпиков можно оставить, да? Окей, давай тогда я предлагаю еще сейчас бегаем, купим мы с вами яичек. Насколько хватит? Наверное, на одно яйцо нам хватит. Одно, да, следующее чуть-чуть не хватает. И если что, сейчас на него, кстати, два и применим. У нас две крас-желейки осталось. Так, а басика Муновская, ну, я так и, в принципе, и думал, что она и будет. Так, эпик, но давай, да, ее оставим все-таки. У нас тогда одна останется желейка с вами. Круто, круто, мы только начали играть, это второй, считайте, выпуск, и у нас уже с вами куча, смотрите, просто пчел. Даже не знаю, сколько их пчел. Давайте считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 пчел, ребят, уже с вами. 13 пчел. Я понимаю, что это не топовое поле для фарма, но в любом случае. Сейчас я накоплю, сдам и побегу до магазина, добегу. Мне нужно хотя бы как-то увеличить бэкспейс немножко, потому что это просто жесть, ребята. По 15 тысяч собирать, бегать, сдавать. И нам нужно, кстати, дойти до медведей, дать задание, потому что задание выполнено. Вот это я не понимаю. Это, я как понимаю, нужно купить в магазине, где медведи, но я не нашел его. И экипировать. А экипировать я тоже не знаю, как пишите в комментариях, я обязательно это сделаю, выполню. Так, давай сдаем. Так, 200 он нам дал. И что еще? Блин, я опять нижнее выбрал, нужно было верхнее выбирать. Ладно, окей. И он нам, кстати, дал венок, нужно было два раза активировать. Я его активировал, здесь дают чисто желейки. Чисто мед дают вокруг, сорян. Пока боты, кстати, не купил, так медленно бегал. Сейчас намного быстрее начал уже бегать. Что, в принципе, радует очень сильно. Все, у нас росточек, в принципе, активировал. Еще кто-то, кстати, активировал этих меду. Так, нам бы яичек каких-нибудь бы найти. О, вот это тоже очень отлично.
Так, давай добавим желешек сюда. Почему бы нет? Но что-то не сильно тут много на самом деле падает. Всего на один тикет, по-моему. Но да я даже это желешек не нашел. Очень интересно. Так, я его фармил, а в итоге по итогу-то ничего такого здесь и не выпало. Так, ребят, что у нас теперь добавилось? Так, мы можем теперь на резинке перепрыгивать, что в принципе очень радует. Мы еще до одного, кстати, медведя не дошли, до мамы Мишки, сейчас до нее дойдем. Совсем забыл про нее. Все, подходим к маме Мишки, разговариваем с ней. Да. Так, она сейчас еще даст задание. Так, нам дала какую-то игрушку на елку. Я как понимаю, это какой-то буст. Окей, давай еще раз подойдем, поговорим. И смотрите, с вами сделали сразу пряничный домик. Выполнили. Окей, хорошо. Еще, кстати, смотрите, кучу всего дала. Активировали и нам дали бустики, что ли. Да, наверное, бустики. Пишите реально в комментах. Я ничего не понимаю. Очень давно не играл в нее. Теперь к этому медведю подходим. Так, это камин, я понимаю. Да, это камин. Окей, мы выполнили задание с камином. Давай еще раз поговорим, конечно же. Пусть он нам сразу же дает задание. Мы берем сразу же задание. Он еще нам... О, мы еще подарок выбили. Классно, кстати, когда подарок. А что вот этот зеленый мишка, тоже не знаю. Теперь побежали в магазин пониже. Не помню, что здесь есть. Но, по крайней мере, он нам открылся. Так, нужно 3,5 миллиона. В принципе, немного. Миллион. 5 миллионов. 30 миллионов. 30 миллионов много, конечно. 12,5 миллионов. Вот это, конечно, жестко. Не знаю, попробую покачаться, куплю, не куплю. Возможно, куплю не в видео. Так, вот эту мы, конечно же, забустим. Так, побежали наверх сразу же, что посмотрим, что здесь есть. Здесь тоже, по-моему, желейка где-то у нас была. Да, же забираем желейку. А здесь что у нас такое? Давай поговорим. Он, может, нам задание даст. Ничего не дал, ничего не понял. Так, здесь спуститься нельзя, ничего не сделать. Побежали вниз, пока бежим быстро. Так, давай телепортимся. Так, телепортимся на четвертый подарок. Ну, в принципе, понял. Как можно по-быстрому телепортировать. Сейчас мы с вами сдадим сразу же. Давай к панде перепрыгнем. А, мы до магазина сразу. Ну, окей, давай тут уже мы сразу заюзаем. Здесь что у нас такое? 25 монет. Да, давай юзнем. Это по игра, как я понимаю. Так, 5 этих, 5 этих. О, выбили одну. Так, это нет. Все, да, одну. Ну, кстати, прикольно, можно росточки, желейки. Вот это прикольно. Так, через сколько можно подойти? Через 2 часа. Так, нажимаем. Так, 50 тысяч. Нет, давай, да. За 160 сразу же мы покупаем. Смысла тратить на ту не было. Так, это стоит 650. Ну, вот это, кстати, уже нормально так дорого. А это стоит 1 250 000. Парашют 500. Кстати, всего стоит. Я помню, копил долго на парашют. Но сейчас, я думаю, быстро на него накоплю. Так, 40 тысяч, 125, 300, 1,5 миллиона. Но, в принципе, слушай, изи. Так, а сколько у нас боты стоят всякие? Боты стоят 2 200. Так, это, я как понимаю, сзади на дополнение, да, плюс 25. 400 стоят. И наплечники, да, по 300. И шапка, 2,5. Ну, в принципе, можно копиться, покупаться. Все ценники вы видели, я думаю, куплю. Так, у нас открываются, соответственно, новые поля. Здесь мы будем быстрее, опять же, фармить, выполнять задания. Давайте убьем этих жуков-пиржуков. Так, что-то выпадает. Куча-куча всего. Так, здесь у нас, по-моему, улитка, да, выползает. С очень большим хп. Что, кстати, за нее дают, я не знаю. Так, вот здесь пойдемте тоже зайдем. Кстати, еще в других местах тоже с вами заберем. А, до панды мы так и не дошли. Но окей, на обратном пути мы с вами дойдем тогда до панды. Аккуратненько пропрыгиваем все вот это. А, чуть-чуть не допрыгнул, сейчас умру. И надеюсь, где-нибудь не в начале я воскресну. Ха, нет, только не это. Как всегда, у нас пропадает мед. Так, запрыгиваем. Там пчелки мы его, кстати, пока ломают. Так, потом я не помню, по-моему, все-таки здесь, вроде бы, вот не точно, нет, это уже на другой идет у нас, это что-то соточка, да, 100 штук нужно, тоже пишите для чего.
И забираем еще одну желейку. Окей, побежали сразу к панде. Поговорим с пантой. Так, а здесь у нас какой-то снеговик. Прикольный, кстати, снеговик. Так, и нам нужно в любом случае сразу у него брать задание. Сразу, если не брать задание, смысла вообще нет. Так, давай нажмем, что будет. Так, вот, прилетели, кстати, пчелки. Смотрите, сразу же бьют как... О, смотри, снеговик... О, в смысле меня заморозил? Смотрите, снеговик и убежал. Иди сюда. О, росточек. Выбили росточек, кстати, это классный. Ну-ка, иди сюда. Зимний мишка. А, его нужно еще успеть. Он меня убил. Его нужно успеть где-то убить примерно за меньше минуту, что ли. Блин, прикольно. Давай подойдем, активируем. О, классно. Вот это, кстати, круто. Что за шапка? Плюшечки, плюшечки. Люблю всякие плюшечки. Раньше не было этого. Сейчас вот это есть, и это прикольно. То есть плюсы такие, как бы вам бустики дают. Раньше желейки, а вообще была битва за желейки. О, поле красивое, вижу. Сейчас много меда нам дадут. О, и желейку еще выберем. И еще одну желейку. Классно. Три желейки в итоге мы выбили. Да, здесь, кстати, есть всякие тоже приколюхи. Здесь тоже, кстати, по-моему, есть желейка где-то спрятанная была. Не вот за этим ли? Да. Не желейка, а что-то другое. Пока сорян, ребята, я то, что так говорю, просто я пока не понимаю, не разбираюсь в этих названиях. Соответственно, пройдет какое-то время, и я буду знать и понимать название. Желейка, понятно, я ее знаю, потому что она и была. Я в нее не играл, наверное, ну года просто два. Так, какой-то у нас выключатель. Кстати, до этого медведя не ходили, если что. Давай зайдем задание заберем, наверное, и, я думаю, выполним. Так, он нам говорит куда-то... Так... Окей, нам, кстати, нужно всего еще две пчелки, и мы с вами попадем наверх. Но это, я уже думаю, мы следующую с вами серию. Так, еще кое-что я вспомнил. Вспомнил, где еще находится одна желейка. Заходим вот сюда в магазин, идем вот сюда. Но здесь я не помню, здесь, по-моему, вот так идти. Сейчас проверим мою память. Так, потом вроде вот так, вот так. И вот не помню, где-то вот из этих. Так, тут у нас нету. Вот, да, нашел, прикиньте, вспомнил. Идем, идем, сейчас я вспомню, как вот сюда вроде. Вроде не ошибаюсь. Идем сюда. И вот здесь заворачиваем. Так, так, и забираем. Да, есть. В конце, не помню, по-моему, ничего нету. Да, ничего нет, там просто темнота. Так, один трикет дали нам, тикет. Так, у нас есть росток, можно в два ростка даже есть, можно в принципе один активировать. Давай посадим, потому что вместе с этим. У нас сейчас быстро он. О! Только я не знаю, почему у него под эти заточены, вот серьезно, потому что возможно под этой шубой какой-то. Подогнали так, подогнали чуваку. Почему-то не тикетов, ничего вообще нет, только вот как раз вот эти ночные. Так, все, чуваки схавали, короче, я понял. Так, давай еще поговорим. Так, и нам дали задание. Ну, маленькие какие-то он задания нам дает, если честно. Так, теперь давай поднимемся по лестнице, посмотрим, что здесь есть, потому что я сюда еще не ходил. Так, здесь 20, здесь 20 пчел, там, наверное, будет магазин какой-нибудь. Ничего не вижу. Да, там какой-то магазин с пчелками, как я вижу. Ой, нашел. Так, пробуем, ребят, дойти до туда, до подарочка. Я как понимаю, до них нужно доходить. А, чуть-чуть, я не знаю. Ну, а, я знаю, как легко можно будет пройти это. Нужно парашют, ребят. Все, значит, мы реально в следующей серии с вами пройдем, чтобы не затягивать слишком серии. Я буду качаться, опять же, проходить. Возможно, какие-то задания брать, не брать. Но пчелок, конечно же, я буду покупать только при вас. Так что пойдем купим еще одну пчелку и посмотрим, сколько будет на следующую у нас пчелку. Давай купим эту. И нам еще нужно 270.
72 тысячи. Но я думаю, сейчас качну, и мы с вами откроем, ребят, 15 пчелок. 15 пчелок, и, соответственно, уже в следующей серии сходим туда. Сейчас покачаюсь, побегаю, накоплю на пчелку. Так, и давай еще здесь тикет тоже заберем. Да, мы забрали тикет. А интересно, мы сейчас туда пропрыгнем или нет? Я помню, как там можно было. Сейчас уже, наверное, нет. Намного выше все сделали. Да. И на то поле, к сожалению, нам не пройти. Окей. Так, давай пока сдаем, активируем одну пчелку. Почему-то, кстати, какая-то пчелка у нас, смотрите, подсвечена, какая-то нет. В чем это реально различие? Я вот ничего не понимаю. Так, давай сюда ставим. Коммуновская, ну понятно, что коммуновская. Так, закрываем. Накидываем на нее. Раз, а рарная бомба нет. Так, такая у нас есть, нету? Да, у нас такая есть одна. Бомби есть, вроде бы. А может быть и нет, окей, не страшно. Так, нет. Эпик. Оставляем, не оставляем? Давай, да, наверное, оставим. Либо, да, давай, наверное, оставим. Так, посмотрим, давай, какие у нас еще есть, возможно, одинаковые. Так, вот давай-ка вот на вот эту кинем. Еще 5 желеек получается. Так, а рарная? Нет, не интересно. Так, рарная тоже нет. Эпик, а снежный у нас, по-моему, есть, да. Так, такая у нас тоже есть. И давай последнюю. Ретро, ее, кстати, нету, по-моему. Да, нету, но как раз пусть и будет. Так, давай, наверное, сюда кинем росточек. Да. И пособираем. Я думаю, мы сейчас его полностью, я автоматически сам, то есть, его соберу. Без либо кого. Кстати, звездочка прикольная. Буль какая. Полетела. Сейчас будем собирать все. Так, смотрим, где что есть. Так, какая-то, не знаю. Так. Слушай, вон только желейку я вижу. Значит, кто пропадет? Успел. Так, далеко я все-таки убежал. Да, скорости не хватает, чтобы это все собирать, активировать. Я успею эту штуку собрать. А, так, все, окей. Но, в принципе, ничего такого не... Я думал, яйцо какое-нибудь выпадет, хотя бы серебряное. Все, побежали за яичком. Одна желейка, а одно сейчас яйцо. 27, кстати, лун уже. Играю вот реально просто первый день, ребят. Так, есть одно яичко и есть одна желейка. Так, и у нас вот с вами, знаете сколько? 15 пчел. Давай кидаем сюда. Yes. Басик. Коммуновская. Но не знаю я. Может быть, имеет место быть. О. Ну, в принципе, пусть будет у нас как раз сейчас, пока зима идет, и все круто. Так, у нас их, кстати, два уже. Окей, ребят, я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Тим. И оставайся таким же веселым и счастливым. Пока.